Я воротила. Ворочаю людскими судьбами. Вот я. Вот ты. Вот деньги. Это сумка. Заберешь ее. И привезешь мне. Получишь деньги. Вопросы? Только один. Почему не служба доставки? Потому что, Джек, я верю только тебе. Ясно. Есть один мотель в жопе мира. Твой номер 13. Ваш номер 6. Теперь ваш номер 13. Придется пообщаться с местными, чтобы все прошло гладко. Простите, я тут девушку ищу. Смахивает на чудо-женщину. Я ее не видел. Умоляю, мне нельзя туда. Они меня убьют. Этой весной. За дурака меня держишь. На кого работаешь? Все-таки ты не супергерой. Джек, дружище, я не люблю сюрпризы. Нет, я хорошо отношусь к неожиданностям, но не к сюрпризам. Ты заглядывала в сумку? Два мужика и девчонка сняли 10-й номер. Мужиков нашли на шоссе. Совсем мертвых. Ты понимаешь разницу, да? Сумка, мистер Смит. Где сумка? Джон Кьюсак. Джек, ты умеешь меня разочаровывать. Зачем ты впутал в наше дело стриптизершу? Она вообще ни при чем. Еще как при чем. Ребекка да Коста. Доверие – фундамент дружбы. Твой человек пытался меня завалить. И Роберт Де Ниро. Джек, успокойся. Я требую бабки немедленно. Кто тут пасть раскрыл? Я говорю, ты слушаешь, не наоборот. Стволы, трупы. Что дальше? Нельзя открывать сумку. Нельзя заглядывать в сумку. Смерть. Вот что внутри сумки. Мотель. По-моему, ты просто дурак. Думаешь?